Вообще это аппарат, который предполагает лечение желтух. Желтухи – это проблема для новорожденных, потому что они рождаются уже с предрасположенностью иметь эту желтуху. Только одну мы видим, другую не видим, а некоторые желтухи, они достаточно агрессивные. Когда ребенок рождается, он начинает заменять эритроциты фетальные, то есть плодовые, на эритроциты взрослого человека. И этот процесс сопровождается разрушением быстрым вот этих фетальных эритроцитов, выделяется очень много билирубина. Некоторые дети очень хорошо его утилизируют, они сами уходят, но практически не видим желтуху. У некоторых появляется маленькая желтуха. Здесь ребенок фототерапию получает, идет специальная длина волны освещения, которая переделывает тот билирубин, который у ребенка слишком много, он переделывает ту форму, которая хорошо выводится из организма. Если честно, мы сами удивлялись. Мы просто сами удивлялись, когда увидели, что через 12 часов у нас ребенок совершенно вообще вот розовенький лежит, никаких, ну даже намеков не шел. Только визуально, во всяком случае, мы не видим. Дети там себя чувствуют достаточно комфортно. Они спят, им удобно, глаза не мешают ни свет, ничего. Шумы там, видите, ровный, слегка гудящий шум. Эффект очень большой, и поэтому просто вот рады, что приобрели этот аппарат, однозначно рады.